То есть задача какая? Мы выбираем дистанцию. Иногда, если я уставший, я стою, с короткой стреляю. Если я полон сил, то есть у меня вот прям зависит от вашего состояния. Постарайтесь сделать длинный каратековский вход со взрывом. Такой, туда, чтобы таз правильно зашел. Вот таз, вот, вот он. Здесь, вот положение. Конечно. Когда вы все сделаете правильно, вот, кстати, обратил внимание, ты прав, я бью вот сюда. А надо бить вот сюда.